Здравствуйте, меня зовут Иорина Наталья. Я в Хатай районе живу, в Инзиз кесебесинде. Я пришла сюда, видео мюраджиет язмак истирам. Бизе полис кемек илеме. Хэм де бизе месажлар гёндерилэ. Полис сене нифрет илеме. Я сизу... Бу... Бизи мюраджиетимиз. Гёр, бахын, не гэдэр. Хэм де ивде де башка сенедер ва. Бу... Вилайет Эйвазма хэдия лекэк истирам. Хэм де сизе видео гёстермек истирам. Бахын. Конкрет пошел за нас, Алтинджи Гюн, Алтинджи Гюн. Мене месажлар виркадин. Мене месаж гёндерди. Ве бу видеода меним атама сөйюрлер, дөйюрлер. Бахын. Биз неше дефе мюрэджиэт эдирик, эризе язырык. Ама 37 бөлме bizim ignor ediyorlar. Ya kaçıyor ve bize diyorlar. Ah, menzil saat çık git buradan. Ben vilayet Eyvazma demek istiyorum. Я не хочу продавать свою квартиру и уезжать. Пускай ваши полицейские, которые получают зарплату от государства, выполняют свою работу. Пускай помогают нам, когда над нами издеваются, когда нас избивают, нет ни одного полицейского. Сколько можно издеваться над нами? Сколько можно нас шантажировать? Идут незаконные стройки, полицейские берут деньги и уходят. А над нами потом издеваются. Сколько можно? Поэтому я обращаюсь к Вилаету Ивазову. Хватит над нами издеваться. Из-за этого видео, из-за этих сообщений, в субботу я чуть не убила себя. Пускай люди смотрят. Все, что могут сказать в 37-м отделении, в Хатаинском управлении, продавайте квартиру и уезжайте. Я хочу обратиться к Вилаету Ивазову. Хватит издеваться над нами. Надо мной, над моими пожилыми родителями, над моими соседями, которым тоже не дают даже написать обращение. Хватит, хватит, хватит издеваться. Есть конституция, есть закон о полиции. Мы все должны быть равны перед законом. Почему полицейские поддерживают уголовников, у которых 6 судимостей? Сколько можно издеваться? Я вот это принесла. Хочу подарить это Вилаяту Эйвазову. Покажите эти документы. Еще столько же документов у меня дома. Зачем мне этот зибиль нужен? Мне нужна реальная помощь от МВД, от президентского аппарата. Люди уже устали от этого беспредела. Хватит над нами издеваться. Кто-то берет за незаконные стройки деньги, набивает свои карманы. Хатаинская исполнительная власть, Хатаинское управление. Над нами потом издеваются. Поэтому обращаюсь к Вилаяту Эйвазову. Хватит доводить нас до самоубийства. Хватит, хватит, хватит. Проблемы как он делает? Проблемы начались с незаконного строительства. Перед моим домом нету 30 метров. Шантажисты начали, захватили государственную землю, стали строить. У нас здесь есть все документы. Все это незаконно. Президент давал распоряжение, что остановите незаконные стройки. Мы с соседями выступили, над нами начали издеваться. Стали нас шантажировать, стали избивать. Меня избивали в присутствии 5 сотрудников полиции под полицейской камерой. В присутствии ИДЖРА. Второй раз, посмотрите, сломали палец. Второй раз нас избивали в 37-м отделении, прямо на пороге. Сколько можно издеваться? Почему мы должны сюда прийти и постоянно кричать? Сколько можно? Вилаят Эйвазов. Вы платите деньги своим сотрудникам. Скажите, пожалуйста, дайте ответ, почему мне пишут сообщение, что полиция меня ненавидит. Хара яхна шмалдара гитмазбет. Ура хара. Хара гидр, ветана шара апарсыз, дебилерсиз ме? Мэнбат, хан, сорушунсу, сиз хара гидр, сара апарсыз. Куда я иду? Куда? Президентский аппарат идем, они говорят, что нам помогут. От зданий уводят, никто не помогает. Генеральная прокуратура то же самое. МВД то же самое. Сколько может это продолжаться? Нам пишут, что нас будут убивать, если мы не дадим строиться. Над нами издеваются, над нашими стариками. Сколько можно? Азербайджан всегда славился тем, что здесь пожилым было уважительное отношение. Что происходит сейчас? Куда смотрим?
прибила этой базы? Куда смотрит Камран Алиев? Я докажу вам факты коррупции среди полицейских, среди хатаинской исполнительной власти. Почему президент нас не слышит? Почему президент дает гарант? Люди, народ, сообщайте мне, граждане, а потом нас за это убивают. Хватит, хватит издеваться. У меня дома двое пожилых людей. Мать инвалид. У моей матери был обширный инфаркт. Она каждый день нервничает. Как этот ёпт? Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько можно? Сколько можно? Сколько можно? Я получаю сообщение, что полиция меня ненавидит. Это пишут люди, у которых 6 судимостей. Это все виновато. Хатаинское управление, 37-е отделение. За что вы меня ненавидите? Сябят нерды, скажите, да мне, показать вам. Дахишем надзимин габуна парусов ветендашир. Комментария сзамекнулись. Когда будут комментарии? Когда будут комментарии? Сол верим, ки ветендашир хансы идарен габуна парусов. 9-ю хойсундар. Adam daxili işlər nazirinə müraciətə gəlib, siz 9 boy sürməsinə aparırsınız. Daxili ilə xahiş edirəm. Sual verirəm, siz niyə qaçırsınız sualdan? Ya bu nigdə nektum, kafe работают, рестораны работают. Нас никто почему не принимает? Сколько можно издеваться над нами? Два года следствие шло. Сколько фальсификаций было? Шесть следователей поменялось. Xanım, açıqlamanızı bir də təzən deyərdiniz. Иорина Наталья Вячеславовна. Ханым, нече вақта артық шикаяттар едесіз? Уже четвертый год. Два года шло следствие. Шесть следователей поменялось. Следствие шло под контролем Вилаята Эйвазова. Сначала Рамиля Усубова, потом Вилаята Эйвазова. Нас избивали в полиции. Как такое возможно? Прямо на пороге. Видеокамеры все спрятали, сказали, что не работают. Как такое возможно? Поэтому потом в Гельме убивают женщин. Я не удивляюсь. Жалобы на полицейских никто не смотрит. Если вы жалуетесь на полицейских, вас ставят в черный список. Вилаят Эйвазов, услышьте нас. А что делать? Убивать себя. Мы, когда с вами по-хорошему разговариваем, никто нас не слышит. Мы тоже все хорошо говорим с вами. Почему азербайджанская полиция меня ненавидит? Объясните, пусть видит, выйдет ваш пресс-секретарь. Я живу в соответствии с законом. Я законопослушный гражданин. Тихо, можно разговаривать? Можно? Пожалуйста, да, будем тихо разговаривать. Хорошо? Да, я сегодня ваша. Bizə göndərirsiniz polisi? Bizim üçün göndərirsiniz? Sələmin, tamam. Sağ. Hanımlar, qaldırın yuxarı. Люди, мы устали, я не только одна, есть другие семьи. Нас ругают, нас обзывают, нам готовят провокации. 37-е отделение не смотрит на наши жалобы. Неоднократно обращались в МВД. Сто раз. Посмотрите, сколько ответов. Результата нет. Когда мы будем жить в стране, где мы будем все равны? Или они говорят, продавай квартиру, уезжай. Пускай скажут, куда уезжай. Baxın, arxanıza baxanda nə qədər neçə nəfər polis görürük də burada. Sizcə sizin üçün narahatdılarmı, yoxsa nədən irəli gəlir? Говорят, что они все меня ненавидят. Я получаю сообщение. Говорят, что полис говорит, что мен ахмах адама. За что я хочу объяснить? У меня нет ни одной судимости. У меня нет ни одного штрафа. У меня есть высшее образование. У нас есть купчая на нашу квартиру. Зачем я должна уезжать? Только потому, что полиция не хочет смотреть наше заявление. Захват земли идет метр за метром на Инзесе. Все застроили, пожарная безопасность нарушена.
И расстояние не соблюдается. Виноваты хатаинская исполнительная власть. Все это происходит под полицейскими камерами. ТШ-5-100. А если нас опять будут избивать или убивать, нам скажут, что ни одна камера не работала. Как можно было человека с 6 судимостями оставлять на свободе? Объясните мне. Пожалуйста, пожалуйста. Здорово. Сумки все на глаза. Бирюз о яндо, наверное, бирюз о яндо. Бирюз о яндо. Вот так вот.